Расчищенные дорожки и бдительная охрана. На дачном массиве «Восток» и зимой армейский порядок. От участков до военного городка Рощинский считанные километры. Стража рассказывают, офицеры строятся капитально и не без помощи подчиненных. Да, вояки строят. Они как оттуда едут, например, и к ним заворачиваются. Прямо с полигона. И все. Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении анонимного пока майора из Рощинского. Привлек военнослужащих, подчиненных к строительству своего личного дома. В настоящее время проводят следственные и процессуальные действия. Следствие продолжается. Эксперты говорят, что отделка небольшого частного дома, которую по версии следствия и выполнили солдаты-контрактники, может стоить несколько сотен тысяч рублей. В современных условиях самый простой ремонт, примерно работа будет стоить на рынке сейчас около 4000 рублей за квадратный метр. Стоимость работы. Электрика в таком доме будет стоить где-то около от 25 до 50 тысяч рублей. Отопление такого дома, самое такое непритязательное, но добротное, будет стоить тоже около 50 тысяч рублей. А вот экономия на рабсиле, судя по Уголовному кодексу, может стоить майору до 10 лет лишения свободы. В пресс-службе Центрального военного округа действия офицера не комментируют.